Политологи, политтехнологи и журналисты устроили сегодня настоящий мозговой штурм на тему предстоящих выборов в Госдуму. Несколько десятков специалистов обсуждают сейчас возможные сценарии единого дня голосования 18 сентября. Они дают свои прогнозы по результатам. Все участники конференции «Россия. Дорога к выборам 2016» сходятся, однако, в одном. Главная особенность нынешней предвыборной кампании – это укороченный срок для агитации. Это, конечно, делает кампанию совсем не скучной, хотя некоторые эксперты говорят, что она скучна, но на уровне федеральном. На региональном уровне страсти разгораются нешуточные. И надо сказать, что оппоненты используют иногда довольно грязные методы в отношении друг друга. И это тоже является особенностью кампании. Невзирая на лица, невзирая на чины, оппоненты довольно жестко критикуют друг друга в ходе так называемых дебатов. Конечно, это... Партии уже потратили на предвыборные кампании большую часть собранных средств. Так, по данным Центра избиркома, в начале сентября эта сумма превысила 2 миллиарда рублей. У каких партий самые широкие все-таки кошельки, мы разобрались и об этом в следующем обзоре.